Тем временем националисты в Киеве требуют разорвать дипотношения с Россией. В эти минуты радикалы пикетируют администрацию Петра Порошенко. Большой митинг также проходит у стен Верховной Рады, где депутаты сегодня должны решить вопрос о введении военного положения. Националисты настаивают на наиболее жестком варианте, который окончательно развяжет руки киевским властям. Минувшей ночью радикалы штурмовали российское посольство в Киеве. Здание закидали горящими фаерами и дымовыми шашками. Националисты также устроили провокации около наших генконсульств в Харькове и Львове. Поджигали покрышки, выкрикивали антироссийские лозунги. Полиция, как обычно, в происходящее практически не вмешивалась. Российский МИД требует обеспечить безопасность диппредставительства и привлечь к ответственности виновных.